Всем привет! Сегодня мы снимем видео о небольшом баге на магах. Те, кто давно играют, они его уже знают, я думаю. Может, пользовались, и для некоторых он вообще не актуален для топовых персонажей. А для тех, кто недавно начал играть и у кого еще маленький, не сильный персонаж, этот баг будет очень даже кстати. Суть бага в том, что в эпосе героев, да, вот наш эпос героев, некоторые главы получаются сложные, и вы их не можете пройти, то есть, не хватает урона, не хватает защиты, вас сносят очень быстро. Суть в том, что баг заключается в том, что вы стоите, бьете босса, который вас не бьет, он просто стоит. В принципе, вот сейчас мы быстренько, да, вот глава 6, персонаж у меня, в принципе, не слабенький. В чем заключается баг? Вы заходите, берете атаку персонажа, к примеру, вот стоит ваш противник, да, вон сверху справа. Первым делом вызываете мышь начинает атачить его, да, он не реагирует никак. Бросаете дождь, ставите палку, палка мимо. В принципе, можно вместо палки брать принцессу, тогда принцессу просто ставите, и она по-любому наносит урон. Вот видите, мы еще, как не мы, а вот этот вот джаггернаут Рафаэль нас не атачит. А мы уже ему половинку зеленой зоны сняли. Есть надежда. Оп, видите, вот и палочку мы поставили. Вот и весь принцип, да? То есть маги вообще читерные. Да, вот за счет ренджи. Большая ренджа. Агро недостаточно на Рафаэле. Он не срывается. И вас не атачит. Все. Вы так спокойно стоите себе, можете быть вообще без дефа, вам все равно. Главное, чтобы был урон. Одеваете 3 хели на себя, максимальный урон, все на урон, на атаку, и пошли себе спокойно забирать, чтобы быстренько убить себе персонажа. Простенько. Обычный баг, я же опять говорю, для топа он незначителен. А для простых персонажей, которые только начали играть, пройти главы вообще изи. В общем, вот такой вот баг. Легенький. Я бы сказал, он такой особо. Я бы не переживал у там остальным персонажам, что они так не могут. Да, кстати, воины упыри, естественно, так не могут, потому что рейнджи нет. И еще там, если есть несколько персонажей, да, здесь был в эпосе один противник. Есть, когда противников 2, 3, 5. Вы просто подходите на максимально доступную дистанцию, чтобы появился персонаж в таргете. И то же самое, бросаете дождь, мышь, ставите палку, и все происходит точно так же, и он вас не атакует. То есть, если вы подойдете слишком близко, то тогда уже начнется. В принципе, желательно вот даже не сдвигаться с места. То есть, вы появились, не двигаясь, персонажем ничего не атакуете, только вот скиллы. Мышь, дождь, палка, мышь, дождь, палка, и вот это вот так и работает. Вот такой вот легенький баг. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.